Здравствуйте, меня зовут Евгений, я менеджер компании «Электромотор». В данном видеоролике я представляю вашему вниманию кукурузолущилку для снятия зерен кукурузы с початков «Элук». Данная модель состоит из основных частей: электродвигатель небольшой мощности, рабочая камера, где непосредственно происходит процесс переработки, задвижная крышка и лоток для подачи готового зерна. Кукурузолущилка Элук, благодаря большому объему рабочей камеры, способна переработать большое количество початков кукурузы за небольшой промежуток времени. В качестве рабочего органа используется цельнометаллический диск, сваренными в него штырями, что позволяет переработать большое количество за короткий промежуток времени. Готовые зерна кукурузы подаются на специальные лопасти, которые находятся внизу в рабочей камере, и передаются непосредственно на лоток для выхода. Для удобного выброса початков кукурузы, переработанных, используется лоток заводной. Имея двигатель небольшой мощности, данная модель способна переработать до 600 кг початков кукурузы в час. Сейчас мы проверим работоспособность кукурузолущилки Элук. Правда, у нас нет початков кукурузы, но тем не менее мы проверим сам электродвигатель в работе. Как мы успели убедиться, кукурузолущилка Элук работает отлично и оправдает все ваши капиталовложения. Чтобы приобрести электрическую кукурузолущилку Элук, обращайтесь в компанию «Электромотор» в Киеве по контактному телефону 5-00-38. С вами был Евгений. Всего доброго!